Крещенскую ночь окунуться в Иордань на берегу Енисея пришли сотни красноярцев. Те, кто решился нырнуть в освященную воду, верят, что это даст им заряд здоровья на весь год. Из желающих искупаться выстроилась очередь, и это несмотря на 30-градусные морозы. Хоть и считается, что простудиться в эту ночь нельзя, тем не менее рядом с купелью дежурили врачи и спасатели. По предварительным подсчетам, за ночь по всему региону в Иордании окунулись более 6 тысяч человек. Люди переодевались в специальных теплых палатках. У многих искупавшихся эмоции, что называется, били через край. Как ощущения? Как ощущения? Отлично, супер! Было супер, сейчас подождите. Сейчас станет тепло, я знаю, я уже не первый раз купаюсь. А ни разу еще не болела после. На год хватает точно. Троекратно с молитвой в Иордань на берегу Енисея окунулся и депутат Госдумы Николай Валуев. Известный спортсмен, политик и общественный деятель приехал в Красноярск в составе Российской Федерации хоккея с мячом. Рассказал, что в первый раз искупался, когда ему было 28 лет. С тех пор крещенские погружения он совершает каждый год. Также гость оценил радушие красноярцев. С молитвой легче всего. Теперь нам жарко, либо Господь нам дает силы духовные и физические. Каждый спортсмен об этом знает прекрасно. Я не исключение. В Красноярске нас замечательно встретили. Спасибо огромное. Накормили, напоили, спать уложили. Мы со всеми вместе порадовались удачной игре Енисея. Купание в проруби – не единственная традиция на крещение. В церквях люди набирают освященную воду. Идут с разной тарой – банками, бутылками, канистрами. Несмотря на то, что воду в храмах будут раздавать всю неделю, некоторые стремятся набрать ее именно в праздничную ночь. Используют ее по-разному. Православные люди отмечают праздник Великий Крещение Господне. Пришла за святой водой специально сюда. Каждый год прихожу, храню, пользуюсь, как говорится, с молитвой, да. Как пользуетесь, умываетесь? Конечно. Выпиваю утром с просфоркой, с молитвой. Пью, благодарю и верую. День сегодня очень хороший, это крещение. Кто это соблюдает, тот знает все правила. Считается, что крещенская вода сохраняет свои свойства в течение всего года. И даже одной ее капли достаточно для того, чтобы самая обычная вода приобрела особые качества. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости.